Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки Черного Волка. Очень тяжелая довольно постройка. А, вот сейчас. Это тяжелая? Ага, дико. Бог дерева? А. Это вот просто был самое начальное. Он умеет полностью телепортироваться, то есть он может себя телепортировать куда угодно, если захочет. Да как? А где тут стульчик? А, давай ты садись, будешь управлять. Сейчас, секундочку. Я себе джип поставлю. Ты хочешь увидеть, как он умеет телепортироваться? Да. Ну тогда просто смотри сейчас на плечи за мной. Так, гарпун. Вот просто, опять же, просто обычно бакни телепортацию через гарпун. Ай. Не попал. А, да, то есть ты одним гарпуном ты себя с пистолетом фиксируешь, а вторым гарпуном ты шмаляешь куда хочешь и просто пистолет берешь. Так, все, ты взял этот гарпун. Левый гарпун у нас для телепортации, правый куда мы хотим. Телепортироваться? А, да. Так, все, давай. Сейчас, секундочку. А мне где тут садиться? А я там, снаружи сяду. Ну, может, там табуретку поставить. Я только единственное, давай сейчас удалю вот эту спину, чтобы просто было полегче. А то здесь в этом кубике сейчас ставить тортик довольно неудобно. Здесь просто нет такой схемы, как уже было в том костюме. То есть я тогда просто еще не додумался сделать опорки. И поэтому он вот так на стульчике управляется, и тут кнопки понаделаны. Давай, поехали. Готов? Поедем. Ты где? А, на верхнем этаже. Тут два этажа. Поставь себе там любой стул. Я уже поставил. А. Полетели. Летать он, к сожалению, не может. Ой, то есть поехали. Ну, поехать он. Опа, на. А, ну, то есть пошли. Фиксацию я убрал. Но только он не двигается почему-то. А. А, ты фиксацию. Ой. Ты не убрал. Все, теперь можно. Ага. Только я теперь с табуретки не спрыгнул. Сейчас я спрыгну. Вот так, все. Ноги я просто сам лично зафиксировал, чтобы они просто у него багались. Ну, есть пальцы, которые там двигаются, и меч. Ушки. Ага. Только, ой, все, эту машину не остановить больше никак. Что не остановить? Я... А попробуй прыгнуть, ну, телепортироваться. Телепортироваться. Ой, а зачем ты руку убрал? Да, она просто будет посмешать. Куда хочешь. Давай вперед в зеленую команду. А, какая странная телепортация. Немножко банку. А теперь посмотри назад. Что там? А. Ты там видел, как... А, ты не видел, само тело телепортировалось, а ты просто летел. Ну, тело, да, это вон это... там, а голова чего? А голова вот, она полетела. Голова, рука, все летит. Только единственное, мы немножечко застряли. А, это из-за меня было, потому что я там сидел. Ой. Все как будто голова в космосе. Заново загрузи, надо, поэтому вниз нельзя стрелять, значит. Надо стрелять либо в елку, да. Либо еще куда-то. Снимал, мы сейчас попали, я сейчас полностью попал под карту. Ну все уже, удаляй его, заново загрузи. Сейчас я попробую телепортироваться. Да, сейчас я его загрузил. Так, пистолет, да, надо. Ну да, просто как-то бак на телепортацию пистолет, любой галпун. Ну я понял. А второй галпун у него вообще стоит, чтобы он мог своего либо союзника, либо врага телепортировать. То есть он может с собой что-то взять. Ну, ты где? Заново загружай. Уже. А, вот. А. Я забываю то, что у меня это сохранение стоит просто блок. Надо старое поставить. Так, вот это. Ну ты нормально всё. Сохрани тогда. Да, я сохраню. Давай сохрани. Это просто блок. Да, что я просто я здесь сохранил. А нет, мне сначала нужно, получается, взять карту. Угу. Сейчас, секундочку. Пистолет. Так, все, попал с первого раза. Теперь мне просто нужно идти вон туда. Да, садись. Там, давай я тебе спину удалю, чтобы просто было легче. Куда тортик ставить? Там, вперед? Под себя два тортика и один тортик, чтобы уходил в палку. А нижний тортик удаляешь. Также удаляешь стульчик. Стульчик я не могу удалить, он твой. Только ты можешь. А, я удалю. Удаляй скорее. Все, давай, поехали. Минус фиксацию. Там елка на мече. Супер робот-терминатор. Ой, я забыл фиксацию. Мечей убрана коллизия, чтобы он просто не длинный, он обо всё застревает. Фью. Супер робот для ПВП. Так, теперь мне нужно стрелять гарпуном. А как? Так, вот, я понял. Давай, стреляю в елку. Сейчас этот робот огромный, преогромный телепортируется. Вон туда. Смотрите. Ну, ёлку. Па-бам! Ой, это что такое? Это что он происходит? Себе притягивает. Это трансформация. Это... Ты потерял ее. Эпик. Гарпун нужно отцепить. Что я потерял? А, гарпун, ты посмотри в плече. Что? А, она как-то резко телепортировалась. Ну, это просто потому, что таймер кончился. Это
самурай ниндзя. Пробуем туда тпшнуться. А! Что творится? Магия. Ёлка пробила нас насквозь. Эта балка полностью проходит до тела, поэтому все, что связано с телом, телепортируется. То есть у меня можно это делать в любую постройку. Огромный самурай пал. Павший самурай. Он сейчас встанет и отомстит. Эй, хватит валяться в ёлке. Чё, он уже не встанет, что ли? Самурай, вставай. Всю землю проткнула, встать не может. Отключи коллизию всего и потом включи. А, самураи взорвать хотят. На поворот событий. Теперь включай. Робот, летающий самурай. А где руки? Где сабли? Что за самурай без сабли? Вон рука летит. Отключи коллизию всего опять. Надо. Всё, капут. Рук нету. Нет, коллизию отключи, я знаю, что делать надо. Хотя нет, я опять телепортируюсь, не надо отключать. Нет! Что ты делаешь? Сейчас я тпшнусь. Не переживайте. Еще больше. Ой, мне кажется, все, капут полностью пришел. Ладно, да давай. Все, очень классный робот, мне вообще понравился. Особенно его телепортирование. Ба-бам, ба-бам. Эта штука сейчас крашнет сервер. Ты что думал? Что происходит вообще? Смотри. Ай, ты что сделал? Все веселье испортил. Да. Хам, у меня хам, был хам, еще хам, один бот, который хам, у меня хам, полностью хам, был хам. Просто заделан на... ну, то есть там был просто меч, который складывался, была пушка, которая... Ну, то есть у него был кулак, там просто отстегивался и выстреливал он либо ракету, либо пушку. А давай посмотрим следующую постройку. Ну, робот очень прикольный был. Телепортации, после которой все уже конец. У меня уже постройки-то кончаются. Сейчас пойдут твои уже больше постройки. Ой, сейчас главное, чтобы капут не был. Нам капут. Это вот тут моя постройка больше. Это уже все, это гараж. Это гараж, в котором есть кровать из титана. И подушка из титана. Тут даже в тюрьме подушки мягкие. Это что такое за наказание? Кстати, вот строим корабль, который будет тюрьмой. Там просто мы уже нашли людей, они сделали скин уже заключенных. Да это я строил-то когда последний раз. А, вон сидит и по камерам нас смотрит. Так, дальше, что тут еще есть? Тут есть моя машина. Ага. Да и в основном тут я просто как бы не делал за один день, не заморачивался. Тут ничего не видно. Это я просто делал ангар, чтобы мне никто не мешал. Мне просто очень сильно тогда мешали. Так, тут есть еще что-то. Мы сейчас просто уже начали больше в космическую входить. Просто сейчас корабль-туремщик. А это что такое? Это вообще хлам. Скажем так, хлам. Это хлам. Понятно, давай дальше. А как дверь открывается? А вон на рычажок. Какой рычаг? Или в коробке желтой. На ней рычаг. В коробку вот. Желтую. Либо... вот. Нажимаем на кнопку и закрывается дверь. Стойка туда. Либо вон там еще в конце. Где? В конце? Да, вон. На... Да, вижу. Я вообще на нем пытался... Билд-и-боут, он застрял по дороге. Можно, так, конечно, сделать дверь под... Да, он полностью вот так закрывает. Как бы это, знаешь, ангар. Это когда тебе мешают билд-и-боте. Ага, закрываешься. Закрылся и все. Меня нету. Тут я просто вот как раз мы тогда и осуждали, что хотим построить, и просто мы пришли к выводу истребитель один классный, который у него будет проворачиваться башня. В два режима, то есть боевой и в полет. И вот корабль-тюремщик, просто мы вчера минут 15 посидели или пообщались, просто вот этот построили чуть-чуть. Тут у него будет как бы сзади расширение, такой крюк, и там будет тюрьма всякими пытками. За что? Тюрьма страха, скажем так, летающая. То есть там будет сужение комнаты, электрическая камера, полностью камера из неона, то есть тебе будут во всем бликовать. Давай, это не ты строил, просто короче. Вон сзади, а тут как бы будет пилот, а тут будут сидеть зэки и думать поскорее бы, когда все, им придет капут, когда их привезут уже. А, понятно. Но это еще не достроено. Это только начали, минут 15 просто думали, что будет. Ладно, давай дальше. У меня недоделки одни остались. Чем быстро к всему переключались, и одни недоделки остаются. У меня вот все, у меня остались всякие вот такие недоделки. По типу вот Довы у меня осталась недоделка, коп. И вот этого танка у меня еще. У меня еще просто очень много проектов, которые мы просто переключались. Тут колес нету. Тут делать сейчас. А, ты решил так? Это не я, это елка. У нас просто вот осталось. У нас еще осталось сейчас делается Сусану, но она просто в проекте там сейчас как бы квадратами все вырисовывается. И вот этот танк сейчас должен за два дня быть закончен.
То есть мы его просто в размере снизим. Гусли, башня, а сзади пушки Мауса, спереди у него будет двойная пушка. Ну, то есть это должен быть вообще сверхтяжелый ряд-то, который в жизни не существовало, поэтому его довольно тяжело строить. Нету чертежей, придуманный танк, грубо говоря. Ну, я понял, ладно. А с тем туториалом что будем делать? Костюмом? Да. Костюмом вообще, честно говоря, костюмом мы делаем лучше всех, то есть лучше меня в раз 15. Это, наверное, Егор. То есть он у тебя там есть как раз. Вот, на съемке Егор. Один, получается, Нижний Потёмкин, 2341. У него просто, ты ему когда писал, как он мне сказал, что хочет посмотреть костюмы. То есть там был, получается, у нас Спринт Бонни и Фредбер. Но потом он не показывает, он просто это сделал Форси, сделал и Систер Локейшн. Ну, то есть у него полностью тематика костюма. У него там три части ФНАФ есть, Систер Локейшн, вторая часть еще какая-то. И там просто костюмы к ним стоят. А Он вот тебе эти все постройки, просто... которые Я ты тебе могу... сейчас... Стой. А эти все постройки, которые ты сейчас показал, это не ты один их строил, да? А не считая... не, с некоторыми мне помогали. Вот, получается, роботов мне просто подсказали, как сделать, чтобы он не падал. Этот танк сейчас полностью строится. Истребитель мы вдвойном есть комплекции. То есть он как бы... Он личный. То есть это истребитель мой, у друга другой. У него намного больше. Мы просто тогда придумали такую тематику. Вот, получается, с самим Бонни он строился большой полностью, можно сказать, самому. То есть у него там пуговицы, все это было самим Ну ладно, придумано. хорошо. Ангар этот... Так, можешь танк убрать, а то он немножко тут загораживает все, и ты в Я нем бы тоже застрял. с удовольствием. Ля. Стой! На жука похуй. Все, меня похитили. Стой на месте! Елка, сделай жука из этой машины. Жука. Ну тогда все, если хочешь, можешь еще написать. Спасибо тебе большое, что показал свои постройки. Так, ну Там и скажи всем классно. пока, но и на этом еще не все. Хорошо, Спасибо всем, всем кто пока. посмотрел это видео. Большое спасибо Черному Волку за то, что показал свои постройки. И всем пока. Тоже ему скажи всем пока. Да, всем пока.